Всем привет, вы попали на мой канал под названием Transport from Belarus. И сегодня мы находимся в самом начале улицы Гагарина, где еще до сих пор лежат трамвайные рельсы. Но после трамвайных рельс резко трамвайные рельсы обрываются и идет дорога. Пойдем посмотрим, пойдем. Вот еще трамвайные рельсы, улица Гагарина. Дорога в будущее. Прошлое и будущее, в общем. Нет, смотрите, это видео будет называться «Прошлое, будущее и настоящая улица Гагарина». Что? Короче, продолжаем запись. Вот, тут, короче, идут рельсы. Трамвайные, реально. Трамвайные рельсы. Кто не верит? Ну, я думаю, все верят, что это трамвайные рельсы. Они... О, можно вот так сфоткать. Отойди, Миш. Пойдем. Вот, короче, типа трамвайные рельсы обрываются. Это типа прошлое. Прошлое. Вот это настоящее. Все перековано, в общем. Настоящее вот это вот типа. А будущее вот. Широкая шестиполосная автострада. Автодорога. Вот. Скоро, через 2 месяца, эту улицу Гагарина откроют. Мих, а я думал, ты со мной. Ну ладно. Вот, ну ладно. Стой, остановись, Мих. Сфоткал. А тут, типа, наверное, вот, типа, зеленой зоны не будет. 100% ее. Да. Либо будет, но... Не, ее здесь, она тут вряд ли будет. Сегодня только положили асфальт тут, утром. Интересно, когда этот участок дороги откроют? Завтра. Завтра. Было бы прикольно. А там вроде вот дальше, где каток стоит, там асфальт уже кончается. Автобус какой-то едет. Маршрут 27, который раньше на Гагарина не ходил. Ходил только до Смоленского рынка, а вот с 21 июля 2020 года, после того, как трамвай на Гагарин закрыли, он стал ходить до Гагарина. Переход. Да, дорогу немножко сузили здесь. Там уже велодорожку укладывают. А да, тут асфальт обрывается у нас. Самый вообще старый дом, это дом 1941 года. Войну даже пережил этот дом. Это дом Гагарина, дом 1. Понятно. А здесь, наверное, будет великий переход на вторую дорогу. Ага. Либо посередине будет. Да, тут бы могли рельсы трамвайные положить, да, на этой. Хотя тут места мало для них. Ну, если бы эти двойные трамваи делали все, да, с кабинами водителей с обоих концов, то бы они все пробили. Ну да. Писели есть такие, я там видел такие разворот. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. А вон еще крепления контактной сети трамвая остались. Всем пока.